Здравствуйте, а вы уже читали свежие газеты? Предлагаю обсудить самые интересные публикации. Управляющие компании Кировская УЖКХ и партнер сделают подарки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщает кировский рабочий. В мае вышеуказанные кировчане не будут оплачивать квитанции за содержание и текущий ремонт дома. Замечательная инициатива. Подобную акцию было бы неплохо применить ко всем слоям населения, ведь в некоторых домах содержание и ремонт настолько вяло текущие, что платить за эти услуги просто несправедливо. «Попробуй себя в ГТО», призывает кировский рабочий. Культурно-массовое мероприятие, известное еще с советских времен, пройдет в эти выходные во Дворце спорта и на лыжном стадионе спортивного комплекса «Атлет». В объявлении сказано, что все участники смогут попробовать себя в 6 тестах – подтягивания, рывках гири, отжиманиях, наклонах, прыжках, упражнениях на пресс и лыжном беге. Класс! Но, если честно, наверное, не все участники реально смогут себя попробовать во всех этих дисциплинах. В криминальной хронике «Хибинского вестника» опубликована интересная заметка с заголовком «Чужое налом». История вот какая. Один молодой человек приобрел подержанный автомобиль и дал своему приятелю ключи от машины, чтобы тот покатался. Позже так называемый друг вернул ключи, вот только без автомобиля. Думаете, угнал или разбил? Нет, сдал в металлолом. А вырученные на цветмете денежки потратил. Да, до такого еще нужно было додуматься. Ну, не нравится тебе старенькое подержанное авто друга? Скажи ему об этом прямо в лоб. Зачем же сразу на металл-то сдавать? Рубрика «Так и живем» газеты «Хибинский вестник» на этой неделе посвящена замечательной и любимой многими породе собак хаски. Оказывается, вокруг этих питомцев ходит немало легенд. Якобы они едят только замороженную рыбу и бегают даже во сне. Однако заводчики хаски опровергают эти слухи. Бегать собаки действительно любят, но не во сне, а наяву. Поэтому потенциальному хозяину хаски нужно быть готовым бегать со своим четвероногим другом хотя бы пару часов в день. В противном случае лучше завести себе котика. Котик будет бегать за вас дома и в основном ночью. Они выбирают Бигвуд, заключает 2x2 о туристах-горнолыжниках. Действительно, в этом году Кировск особенно привлекателен для спортсменов. Гостей в Хибины манят не только значительная продолжительность сезона, но и современные подъемники, возможности для фрирайда и приемлемые цены. Многие туристы намерены вернуться в наши края и в следующем году. Хотя, судя по метеосводкам и полному отсутствию весны, горнолыжники смогут приехать к нам еще раз уже совсем скоро и встретить на склоне 9 мая. Ну а если дело и дальше так пойдет, то и Ивана Купала тоже. Дорожные новости от Хибинформбюро. По действующим нормам въезд на Козловский путепровод надо запретить, а дорогу на промплощадке закрыть. Выполнят ли дорожники такие требования – вопрос, повисший в воздухе. А пока, проезжая со стороны Кировска через промплощадку на Козловский путепровод, водители регулярно озвучивают непечатные выражения и в основном в адрес апатитской администрации. Однако дорога эта городу не принадлежит. Оказывается, весь транзитный путь из Кировска до поста ГИБДД на выезде из Апатитов находится в ведении областного автодора. Хотя и не похоже, что маршрут вообще находится хоть в чем-нибудь ведении. Ясно только одно: у этой областной дороги ямы тоже областного значения. Все это и многое другое уже подписано в печать. На следующей неделе ждем новых публикаций.